Приветствую вас. Во время этой медитации мы будем развивать такие навыки, как принятие и равностность. То есть те навыки, которые помогут нам принимать любые эмоции, мысли, ощущения, не пытаясь подавить их, но в то же время не вовлекаясь в них, просто позволяем быть. И мы начнем эту практику с расслабления в теле, которое я предлагаю начать с трех длинных вдохов и выдохов. Вдох носом, а выдох может быть как носом, так и ртом. Выдох и вдох полные и длинные, спокойные. Итак, вдох. И медленный выдох. Вдох. И медленный выдох. Полный длинный вдох. И медленный выдох, отпуская любое напряжение. И возвращаемся к своему естественному дыханию, отпускаем контроль за дыханием, начинаем сканировать свое тело. Направляем внимание в область затылка, осознаем любые ощущения там, не пытаясь эти ощущения как-то изменить, подавить, исправить. Наблюдаем лоб, чувствуем, как на выдохе разглаживаются морщины. Наблюдаем брови, глаза. Осознаем ощущения в ушах, в области носа, в щеках. В области рта и подбородка, чувствуя, как на выдохе подбородок и челюсть расслабляется, зубы разжимаются, чувствуем лицо целиком, оно расслабляется, морщины разглаживаются, осознаем свою шею, плечи. Бицепсы, локти, предплечья, ладони и кисти. Ощущаем руки целиком. Если у них есть какое-то напряжение, отпускаем его с выдохом. Если напряжение остается, просто ничего с ним не делаем, позволяем ему быть. Такой же принцип мы используем, такого же принципа мы придерживаемся на время всей сегодняшней практики и любой практики медитации вообще. Осознаем ощущения в груди, в животе. В спине, пояснице. И если вы чувствуете, что ваша спина начала искривляться, шея начала тоже как-то сутулиться, то просто на вдохе возвращайтесь в ровную позу для медитации, как будто вас тянут за ниточку, привязанную к вашему затылку. И на выдохе расслабляйтесь, укореняйтесь в этой позе. Почувствуйте свои ягодицы, как они соприкасаются с поверхностью, на которой вы сидите. Почувствуйте свои бедра, колени, икры, стопы. Почувствуйте ноги целиком.
почувствуйте тело целиком. Еще раз проверьте свою позу, является ли она благородной, не сутулилась ли спина, если сутулилась, то на вдохе вытягивайтесь и на выдохе укореняйтесь, расслабляйтесь. Вы можете так проверять свою позу время от времени, когда медитируете. И теперь я предлагаю направить все внимание в область живота, где возникают ощущения, связанные с дыханием. На вдохе это могут быть ощущения натяжения, расширения. На выдохе это могут быть ощущения сжатия и любые другие ощущения. Не бывает правильных и неправильных ощущений, есть только те, которые возникают здесь и сейчас. Старайтесь отпустить контроль за дыханием, позволяйте дыханию быть естественным. Наблюдая ощущения на вдохе, ощущения на выдохе. И то, что возникает в этой паузе между вдохом и выдохом, и выдохом и вдохом. И если вы замечаете, что возникают какие-то мысли, которые вас отвлекают от наблюдения ощущений при дыхании, просто не реагируйте на них. Позвольте им появляться и исчезать в пространстве вашего ума, проплывая мимо, подобно облакам. Не вовлекайтесь в них, но и не пытайтесь их убрать. Цель медитации состоит не в том, чтобы перестать думать. Даже если мысли порой приходят неприятные, может, некрасивые или бессмысленные, отнеситесь к ним просто как к мыслям, не оценивая их, не анализируя. Если вы замечаете, что вас отвлекают какие-то эмоции или какие-то ощущения в теле, возможно, эмоции раздражения, нетерпения, а может, вы наоборот испытываете радость или эйфорию. Неважно, какие бы эмоции вы не испытывали, приятные или неприятные, отнеситесь к ним равностно. То есть не старайтесь, с одной стороны, вовлекаться в приятные эмоции, как-то пытаться их усилить, с другой стороны, не пытайтесь подавить неприятные эмоции. Просто наблюдайте за ними. И если во время вашей практики присутствует какая-то сильная эмоция, которая постоянно притягивает к себе все ваше внимание, вы можете на время сделать ее объектом вашего сосредоточения, направив все внимание на нее. Направив все внимание на эту эмоцию, изучайте ее, как она проявляется в теле. В каких участках она возникает? Может быть, она возникает в голове? Может быть, в груди? В животе или где-то еще? Прислушайтесь к этой эмоции или ощущению. Заметьте, что с ней происходит, когда вы направляете на нее свое внимание. Становится ли она сильнее или ослабевает?
наблюдая это ощущение или эмоцию, обратите внимание, как она распространяет себя на большие участки тела или же сужает свои владения, остается на каких-то локальных участках. Следите за тем, меняется ли она, движется или остается неподвижной. Если бы у этой эмоции или ощущения в теле был бы цвет, то какого бы она была цвета? Если бы эта эмоция или ощущение имела форму, то какая бы у нее была форма? Если вы замечаете, что стали сопротивляться этой эмоции, пытаясь ее подавить, или же вы наоборот стали вовлекаться в нее, пытаться ее усилить, если эта эмоция приятна, то с выдохом отпускайте любое сопротивление, напряжение или желание сделать эту эмоцию ярче и сильнее. Постарайтесь принять ее такой, какая она есть, без желания ее изменить. И как только вы будете готовы, как только вы почувствуете, что эта эмоция уже не притягивает так сильно внимания, вы можете возвращаться к наблюдению дыхания. Или по желанию можете наблюдать эту эмоцию или ощущение до конца практики. Продолжая наблюдать свое дыхание или свою эмоцию, которой притягивается ваше внимание, старайтесь просто спокойно принимать все ощущения, все эмоции, которые возникают, любые мысли, любые состояния, не пытаясь их с одной стороны подавить, убрать, как-то изменить,
С другой стороны, не вовлекаясь в них, не цепляясь к ним, не усиливая их, просто наблюдая. И мы приближаемся к окончанию нашей практики. Сладко и медленно потянитесь, наблюдая все ощущения, которые возникают. Наблюдая их равностно и с принятием. Наблюдая ощущения в шее, когда вы шею разминаете. Вытяните руки на небольшое расстояние, разотрите ладони до появления в них тепла. Приложите теплые ладони к лицу, продолжая наблюдать ощущение тепла с равностностью и с принятием. И поблагодарите себя за практику. Сформируйте намерение сохранить это состояние равностности и принятия по отношению к любым эмоциям, ощущениям, мыслям, которые у вас будут возникать в течение дня. Вы можете перенести этот навык в свою реальную жизнь. Используйте его, когда возникают неприятные сильные эмоции, неприятные ощущения, чтобы не поддаваться им, избавляться от их влияния, выходить из-под их контроля, просто спокойно принимать и отпускать их.